Допустим. Солнечная батарея. Ну, тоже нажмем, окей. Вижу подозрительно. Блин, пацаны, сейчас прорвёт. Упс. У кого-то неисправная граната. И кто-то... Нет, кто-то все-таки додумался ее кинуть. Смотри. Так, а что дальше? То есть дистанционно я эту панель не могу использовать, потому что... Никого, проверю там. Непонятно почему. Да господи, ты уже определись, а? Классно! Ну, хотя бы день. Так, валим отсюда. Да блинский, а! Тебе сюда нельзя. Нафиг ты налево посмотрел? Там фиг знает, где прятаться-то. Да, у меня же есть пистолет с глушителем. В любом случае. Мимо вообще всего промахнулся. Я думаю, все-таки достанем этот пистолет. Да ты можешь отлепиться от стенки, гундосина, а? Это реально. Приказываю двигаться. Он, блин, по стенке двигается. Я в другом направлении вообще жму. Отличные фризы. Королевские, я бы сказал. Ну. Очередное замыкание. Хороший звук. Качественный прям. Парень, а как ты меня вообще через грузовик заметил здесь, когда я сидел? Вот это больше всего меня интересует почему-то. Так, есть здесь кто вообще еще? Что-то не похоже. А ну-ка. А дистанционно никак было? Обязательно надо кнопочку самого важного объекта нажать. Причем интерфейс охраны почему-то находится посредине всего этого. И, в общем-то, на виду и вообще под дождем, там, под снегом. Что здесь может вообще идти? Так, зачем я это сделал? А можно как-нибудь обратно? По-любому здесь кто-нибудь есть. Да нет, вроде никого.
Так, и что мне здесь анализировать? А. Ну? Так, это куда туда надо идти? Понятно. Уже точно будет охрана. Так, камера... Да... Можешь камеру как-нибудь использовать, а не солнечную батарею, которая привлекает твое гребаное... внимание вообще всего персонала, который здесь может быть. Похоже, беспокоиться не о чем. Так, парень, а теперь ты привлечешь внимание своим трупом? А где второй-то? А, вот второй, вижу. Недохит он какой-то получается, ну ладно. У вас какие-то странные магистрали. Через всю базу идут. Чтобы открыть дверь на другом конце базы. Или вообще непонятно, что сделать. Всего я пока что не понял. Но поврежденное видео измерло. Должна же быть какая-то связь с кандидатом. А значит, есть возможности. Не просто банальная месть, что-то неординарное. Надо быть осторожнее. Эйден ни в коем случае не должен прознать о мотивах. Он безрассуден, но при этом не теряет моральных ориентиров. Досадная слабость. Его трудно контролировать. Надо постараться разобрать этот код. Посмотреть, что творится в сети. Многовато там мяса. Ну ладно. А как я туда... А, понятно. Там все-таки там есть... Дверь, мне показалось, что это небольшая дыра. Ползать-то здесь нельзя. Я и подумал, как так туда добраться-то таким образом. Так, на меня сейчас кто-то смотрит. Надо отсюда валить. Сейчас главное не завалить все это дело, потому что сохранений-то вроде не было, да, правильно? Так, еще бы я помнил, что здесь делать. Да не ты! Так. А вот здесь уже типа тревогу можно заработать или что там? Тревогу, не тревогу, фиг его знает. Так, ну еще. А, понятно. Вроде все просто. Как запустишь шпиона, заработает вирус. Он найдет в системе мои данные и все потрет. А мои? Мои, видимо, нет. И шпиона не засекут? Нет. Теперь только я буду за всеми следить. Мисс Гарнер, Дэмиан Брэнкс хочет поговорить. Дэмиан Брэнкс? И о чем же? Сказался о Раймонде Кинни.
Ясно. Пусть войдет. Я уж думал, сейчас на 99% загрузка прервется, нас за месяц убьют. Да, это я уже понял. Супер. Уходи оттуда. Секунду. Мне тут имя попалось. Один мой знакомый здесь. Проверю. Не глупи, с этими ребятами шутки плохи. Да я скоро. Так, чё, куда? Наверное, ты должен использовать камеру, да? Ну давай, иди обратно. Элита, блин. Эй, куда? Что такое? Зачем ты сюда пошел? Ни черта здесь нету. А нет, что-то есть. Все, никому не нужна эта дурацкая информация. Проверьте все. Вот черт. Дэмиан все похерит. Он что, идиот? Кенни нам нужен. Надо его вытаскивать. Так, отсюда надо как-то смыться, но... А, вот есть проход. Только я чувствую, сейчас из-за угла вынырнет кто-нибудь. Да успокойтесь вы уже, а. Здесь меня вряд ли кто-то заметит. Хотя нет, они потихоньку сюда идут. Есть! Валим отсюда. Вот на этой тарантайке. Ну, ты нормально валишь, конечно, парень. А что, обязательно вот туда? Ай, наркоманы, а. Тут еще важно, в какую сторону, блин, свалить. Не просто свалить. Парень, тебя вообще не слышно. Можешь расслабиться и ничего не говорить вообще. Пускай это будут твои мысли, напечатанные субтитрами. За тобой уже выехали. Отлично. Это деталь от моего Харлея. Он, видимо, из брёвен состоит, да?